Дорогие друзья, представляю очередную капсулу времени Optimus 2 в очень редкой комплектации, уже с завода идет 15 километров. Пробег у этой коляски всего лишь 75 километров. Вот я сюда поставил хорошие новые американские аккумуляторы 12 вольт 120 ампер. Коляска без пробега практически, ну, 75, полностью без каких-либо технических проблем. Есть небольшие коцочки, ну, как правило, это вот здесь и вот здесь вот небольшие две царапины. То, что человек за 75 километров успел немножко его повредить. Пришла эта коляска от моего подписчика из города Краснодара. Мужчина пожилой, но это его уже родственники отдали. Вот он ампутант. Вот этих подножек не было на этой коляске. Я поставил сюда от другой. Ну, какие нашел. Здесь есть некоторые повреждения на подножках. Ну, в принципе, есть новый комплект. Правда, он в Москве, но вот подножек. В принципе, это все можно организовать. Состояние очень хорошее. Оптимус, который готов покорять просторы Крыма либо Российской Федерации. Коляска находится в САКах. Все можно продемонстрировать, показать, объяснить, получить более доскональную информацию. Спасибо, друзья, подписывайтесь на канал. Если кого заинтересовало, пишите в личку.